Первое губернское земское собрание, которое стало прообразом современной законодательной власти, начало работу именно в Самаре. Особое внимание тогда уделяли развитию региона, образованию и здравоохранению, как и сегодняшние правопреемники тех управленцев. В этом году исполнилось 160 лет со дня основания земства. В 2024 году Самарская губернская дума отмечает еще один юбилей – 30 лет с начала работы. Мы не просто правопреемники, мы фактически делаем все то же самое, что вот делали тогда земства. Образование, здравоохранение, защита, торговля. Об истории земства и работе современной версии областного парламента председатель Думы рассказал ученикам 81-й школы. На встречу пришли ребята, которые в будущем хотят связать свою жизнь с политологией и социологией. Я считаю, любой человек должен быть как-то, но осведомлен в политике, чтобы понимать какие-то решения, ход мыслей и осознавать, зачем был принят тот или иной закон, а не критиковать его ни за что. Ребятам провели экскурсию по Думе и показали, что традиции земства, гласность, открытость и прямой диалог с гражданами сохраняются и сейчас. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.